Какой свет оставила в душе эта встреча? Свет, знаешь, такой, какой-то такой необычайный. Теплоты. Теплоты автора, его отношения к происходящему и с какой он трепетностью это отношение извне может передать своей любимой, возрастить те качества, которые были ему подарены, с которыми он отнесся к этому времени году, к этому дню. И воспитав эти чувства, он наполняет и песни, и своим отношением, и меня тоже.